Будущие механизаторы Уссурийска подтверждали свое умение управлять трактором. Илья Стариванов допуск на итоговое испытание получил не сразу. Были сложности с теоретической частью. Сдавать несложно, потому что, ну, как бы инструктор хорошо объясняет. Вот. Ну и в принципе габариты, оно, конечно, ощутимо после симулятора, но одно занятие, два, и ты привыкаешь уже. Полигон для обучения вождения на большой технике есть у Приморской сельскохозяйственной академии. В нашем городе таких специализированных территорий две. Они одни из образцовых в крае, как говорят сотрудники гостехнадзора. Набор элементов для экзамена у трактористов схож с упражнениями на простом автомобиле. Но при каждом действии механизатор должен подать предупреждающий сигнал. А вот теоретическая часть для категории C, D, E, F сложнее. Тяжелее будет даваться теория, так как там, ну, например, на один трактор идет два билета. Это эксплуатация, безопасная эксплуатация. И также им надо сдать ПДД. Если они что-то из этого не сдают, они к вождению не допускаются. Даже после успешного прохождения испытаний сразу получить водительское удостоверение нельзя. Механизатор отправляется на производство, чтобы подтвердить знания. Им выдается временное удостоверение для того, чтобы они проходили практику уже на предприятии. На предприятии они до 2 месяцев проходят производственную практику, повышают свой уже как бы и учатся, и повышают. Это все входит в процесс обучения. Вот. То есть по окончанию вот этих 3 месяцев им уже выдается тогда свидетельство об окончании. И на основании этого свидетельства вот это временное удостоверение обменивается уже на постоянное. В Приморской сельхозакадемии учебный центр для трактористов появился 9 лет назад. Сначала организовали группу студентов. Со стороны желающих не было. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В 2013 году мы начали, у нас была группа 12 человек. 12 человек, это у нас были, и то были у нас только студенты наши, агроинженеры. А потихонечку мы вот развили учебный центр, и у нас сейчас группы довольно-таки насыщенные. Люди приходят, и в сельской местности приходят еще много, студентов у нас обучаются. Новая группа каждые пару месяцев проходит итоговое испытание. Для студентов направление агроинженерии управление трактором входит в программу обучения. Но последние годы большой поток механизаторов на учебу поступает с предприятий города.